Приветствую всех подписчиков канала, с вами Игорь Кленер. Как вы и просили, выступаю с анонсом. Завтра, 26 сентября, в 8 вечера по московскому времени, состоится мой вебинар, который пройдет при поддержке на страничке портала GeekBrains. Чтобы принять участие в вебинаре, вам необходимо на нем заранее зарегистрироваться. О чем будет вебинар? Завтра мы вместе дадим ответ на следующий вопрос. Почему многие журналисты считают анализ данных одной из самых сексапильных IT-специальностей 21 века. Что вообще такое анализ данных? Может ли компьютер предсказать решение высшего суда? Предсказать исход выборов? Может ли компьютер определить будущую цену вина? Или сказать, какой футбольный или бейсбольный игрок лучше или хуже, каких игроков стоит привлекать в команду. Как с помощью анализа данных построить успешный сайт знакомств с миллиардной прибылью? На эти и многие другие вопросы мы вместе ответим завтра. И, конечно же, мы дадим ответ на сокровенный вопрос. Может ли любая кухарка заниматься анализом данных? Помимо этого, на завтрашнем вебинаре, кроме знакомства с самой областью, я также вам расскажу, как быть тем, кто заинтересуется и захочет изучать анализ данных самостоятельно или на тех или иных курсах. Множество ссылок, которые помогут вам определиться с нужным направлением и нужными ресурсами. Приходите завтра, 26 сентября, в 8 вечера. Не забудьте зарегистрироваться заранее, чтобы принять участие в вебинаре. Позже запись вебинара будет доступна на моем канале, а также на портале GeekBrains, для тех, кто не успеет. Но если хотите задать вопросы и получить ответы прямо завтра, регистрируйтесь и участвуйте. Я буду ждать каждого из вас. Big Data, анализ данных. До встречи завтра.